сами понимаете, что бюджет — это очень сложный документ и для принятия, а тем более он сложный для реализации. Мы уже третий год ввели такую практику, что принимаем жесткий бюджет по всем показателям. Что это нам дает? Мы доказываем, что вот такой бюджет мы можем сформировать в правительстве Московской области. И это нам позволяет потом дополнительно получать средства из областного, федерального бюджета и других источников. Такую практику применяем, мы в этом году получили дополнительно к нашему бюджету из областных источников 1 228 000 000 рублей. И плюс за счет собственных средств внутренних, это неналоговых поступлений, мы еще получили около 200 миллионов. Что нам это дало? Это нам позволило провести большие работы по ремонту районной больницы. Вы знаете, что приемное отделение, неврологическое, кардиология, сосудистое отделение, закупили туда все оборудование или провели ремонт. В Ходькове провели ремонт медицинского учреждения, открыли на ферме небольшое медицинское учреждение, но жители требовали, Загорских дали. То есть это много перечислять можно. Провели ремонт в учреждениях культуры, ДК 50 октября, оно не ремонтировалось, я не знаю, сколько лет. Районную библиотеку отремонтировали, в Васильевском доме культуры, где уже отваливался, извините, подъезд, мы с вами доездили. Это нам позволило начать строительство новых объектов, в первую очередь образования. Закончили детсад в Ходьково, детский сад Северный 5, начали строительство. Занимаемся проектами двух детских садов на Клементьевском поселке. Это закончили в прошлом году ФОК 14-я школа. Ну и школу провели, сделали дополнительный стадион и велогородок для ребятишек, которые мы обещали. То есть вот благодаря тому, что мы так работаем с бюджетом и привлекли дополнительные деньги, нам удалось решить очень много вопросов, которые были не запланированы в бюджете. Бюджет исполнен на 97%, по доходам меньше, на 92%, по расходам на 92%. То есть мы экономим за счет внутренних средств и направляем все деньги, работаем совместно с администрацией в этот раз. И те дополнительные доходы, которые будут в этом году, мы тоже также будем в первую очередь направлять на первоочередные нужды. Тенденция продолжится. Да, конечно. Жесткого бюджета это очень, очень эффективно. Спасибо.